Соревнования открыли приветственным словом заместитель главы администрации Ивантеевки Юлия Терешина и депутаты местного совета. Они пожелали юным спортсменам упорства в достижении своих целей, успехов в спорте и учебе, а также удачи в сегодняшнем состязании. Приветствовал дзюдоистов коллектив студии современного танца «Палитра» композиции «Самураи». Перед состязанием спортсмены провели разминку. Во время соревнований на каждую встречу давалось 3 минуты. В турнире приняли участие 25 команд. Были представлены несколько возрастов и категорий, как среди мальчиков, так и среди девочек. Оценивали выступления опытные судьи. Почетным гостем турнира стала дочь заслуженного тренера России Юрия Казунина, призер мира по дзюдо Виктория. Юрий Петрович Казунин, ивантеевец, начинал тренировать в родном городе. Руководил секцией дзюдо и карате. Он был талантливым и разносторонним человеком. Воспитал немало мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. По итогам турнира дзюдоисты спортивной школы «Ивантеевка» завоевали 2 золотых медали, 5 серебряных и 4 бронзовых.